Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем в игру Brawl Stars с атакой и скромным. Ну что ж, привет! Захват кристаллов, поехали! Ой, что-то я не туда нажала. Готово. Подождите меня. Сейчас, наконец-то, мы собрались втроем. Уже сколько дней мы пробуем записать ролик втроем. Так, давай, ну, давайте вперед. Попробуем. Так, где? Ой, так, ой, вот так все идем. Это другая карта, я тут вообще ни разу не была. Здесь надо захватывать кристаллы. Вот, есть. А, вот эти вот кристаллы. Да-да-да, хорошо. Кристаллы забираем. Ох, меня убили. Так, а здесь возвращение такое быстрое, да, кстати. Да, возвращение быстрое, но когда ты умираешь, ты отдаешь свои эти самые жетоны им. Ох ты, меня опять убили, да как так быстро? Да тут прям сильно много народа. У них 5 жетонов аж, нифига себе. Так, ничего, ничего. Нормально все, сейчас мы быстренько их зафигачим. Блин. А тут бывает такая вот карточка с... Ох ты, какие-то гады, они такие сильные. Черепушка, ее тоже нужно брать? Кого брать? Карточка с черепушкой. Не знаю, что за карточка с черепушкой. Какие-то сердечки падают, и все такое. Ой, первый раз вижу, какие сердечки. Первый раз видишь? Да, а какие сердечки? Ну такие карточки как будто бы вон. А, или это такие пули чьи-то, патроны, выстрелы. А, я только умираю, не успеваю доходить туда. Ты про мины говоришь? А, да, это кто-то стреляет. Слушай, почему так и такая команда у них, смотри, мощная? Я вообще понять ничего не могу. Вообще жесть, раскидали как конкретно, нифига себе. Ладно. Еще раз у них сколько? У них у всех по 5 силы, а у нас с тобой по одной. У скромного по 5 силы. Может быть поэтому? У них, смотри, какие игроки. Да, у меня одна сила. Ну да. Видишь, да, у скромного получается персонаж-то крутой. Ага, у нас только-только персонажики такие еще слабенькие. Ну что ж, поехали. Ты нажимаешь, готово. Да, нажал только что. Захват кристаллов. Ага, вот поэтому они все такие, смотри, как резвые, да? Угу. Видишь, как? Ой. О, они меня убивают с одного удара, прикинь, просто с одного удара выносят. Сколько у меня? У меня 2800 вообще этого, как, не силы, здоровья, то есть. А у тех получается по 5, по 6 тысяч. По 5, по 6 тысяч. Поэтому тут убивает вообще конкретно. Даже когда я беру супер силу свою. Ага. И что у тебя происходит? Я умираю. Ой, дай хоть один кристальчик взять. А, я взяла один. Да, это мне не нравится так. Че, бесполезно, да? Да. Мне так не нравится. Да, я что попал. Я сразу мертва, оказывается. Сложно вообще. Ну, это полезно поиграть с сильными игроками, посмотреть, как они играют, вообще, как вообще все это. Ну как они играют? Они стреляют, да и все пулями мощными. Ну да, мощными у них. Они у них удар, конечно, раз прокрученный и раскрученный. Я вообще. Но я сейчас попробую. Блин, мы скоро проиграем, что ли, алё? Блин, да, я подошел, как бы, да, убил его, а толку-то ноль, меня сразу же убило. Ладненько, так, знаешь, что сделаем? А, давай попробуем в Brawl Ball играть, а ну-ка, сейчас попробуем, подожди. В Brawl Ball я сейчас выберу. А у тебя есть Brawl Ball, кстати, да, ты его открывала? Пляжный волейбол. Не знаю. А ну-ка, Brawl Ball, сейчас проверим. О, сундучок мне дали. Так, что, Brawl... Да, могу, а, нет, не могу. Почему? Замок. Открой силы. Путь силы. Путь воина. Ты должна открыть. У тебя должны дать. Да, открывай. Так, у меня здесь... Кого забрать? Кольт у меня есть. Всех событие забирай. Брубол. Все, забирай все, что у тебя есть. А, ну давай. Кольта мне дали. Классно. Угу. Дальше забрать вот удвоитель есть? Жетонов. Все, давай, все. Дальше вот событие Брубол. Есть. Все, я могу теперь играть. Все, я нажимаю готово. Тогда играем в Brawl Ball. Это пляжный волейбол, только по-другому немножечко. Нам нужно будет взять и забить мяч в ворота соперника. Все, идем.
Так, так берем. Мяч. Ах ты, ой, гады. Ах, мяч сразу же. Мне кажется, здесь это еще сложнее. Еще и взять мяч, да еще и забить. Не, понятно, но, блин, меня сразу убили, а. О, давай, давай, этих сейчас. Гадов. О, убили. Ай-яй-яй-яй-яй. Прячься. Так, за мной этот гад какой-то бежит. Беги, беги, беги вокруг. Ага, бегу. А вот я могу его побить. Ха-ха-ха. Тыщ, тыщ, тыщ. О, давай, давай его. Убили, убили мы его. Мячик, вон какой-то мячик. А, о, показывает, давай. Что там. А, гады, я вас сейчас расстреляю, гада. Я своим супром стрелял. Ну, да, и я своим супром, поэтому мы побили. А так, а, вот этот бежит. Давай, а, спрятался. О, давай, давай, давай. Да отстань ты от меня, прыгаешь прям. Ага. Так, а ну-ка, вот они бегут. Все, меня убили. Так, 4 секунды, начнем скромной. Им, наверное, неинтересно с нами играть. У нас персонажи нулевого уровня. Слабые, да? У нас, да, у нас первого уровня персонажи. Да, конечно. Блин, я пытаюсь как-то, вот, даже стреляю из мощного. Он с нами постоянно проигрывает, а один, когда играет, можно и выигрывает всегда. Надо нам... Короче, знаешь что, нам нужно почаще играть. Почаще играть, чтобы, как бы тебе сказать, догнать скромного по мощи, по силе. Тогда вместе будет интереснее играть. А мячик так, вот лежит. Да, так, конечно, толку, мячик. Ох ты, нам забили гол, гады, а? Так, а, ладно. Мяч возле нас лежал. 0-1, ё-моё. Да, прям сразу, сразу. Ну люлей. Зачем я эту... Люлей, ой, блин, за 5 забили. Они, короче, поняли, короче, что мы слабые, блин. Наверное. Давай забивать. Так, ну, а подожди, а у них сила 1-2-2, а у нас сила 1-1-5. Ага. Угу. Ну, да. Мы сильнее, но проиграли. Ну да. Ну ладно. Потому что один скромный не может за всех бороться. Конечно. Так, играть снова. Ну давай выйдем. Во что тогда? В пляжный броулбол поиграли. Давай еще поиграем. В волейбол или куда? Не знаю. В столкновение. А в столкновение мы не можем, да, играть? Не знаю. А. Только в брайлбол, не заспрежен, готовим. А захват, смотри, кристаллов штормовое предупреждение. А, или мы играли в это. Да, столкновение лучше. Мне а больше нравится. Не получится, там надо вдвоем только. А где можно еще втроем? Давай это захват кристаллов поиграем. Давай. Ну. Только так. Видишь, у меня еще событий мало открыто. У меня только вот 3 события. 3 события. Ладно. Эх. Да-да-да. Так, интересно. Идем. О, стреляем, 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 гадов. Ох, меня вот сразу убивает. Вокруг топ. Ладненько. Ага, а смотри, а у скромного, видишь, какие эти стрелялки. Ракетки. А ты заметил, что он сразу не кинулся в бой, а по кустикам попрятался и дольше продержался? Молодец. Ну, видишь, надо смотреть, как он играет, и учиться. Так, где он идет? Вот он здесь. Опа. Так, я буду рядом с ним ходить. А, побили меня. Угу. Стреляем. Так, вот этого гада. А, не хватает у меня до силы. Есть. Да ё-моё, не хватило. Ну ничего страшного. Да блин. Так, сейчас я кого-нибудь зафигачу. Вот этого. Блин. Нет, я даже не дошел. 13 секунд, 12 секунд. Осталось немножко секунд до закрытия этого самого матча. На, гад тебе. Нет, все равно убил он меня. Даже не помогает супер удар. Да я даже, у меня супра даже, я его все. Копил. Я разочарована. Ну ничего страшного. Ну ладно. О, а у этих сколько силы? Посмотри, 6, 6, 4. А у нас 1-1-5. Ну, у нас не парные, у нас не те игроки, которые, вот видишь, у нас. Так, а ну-ка я поменяю не Кольта возьму, а возьму Шелли. У нее сила 4. Так, все выбрать. И давай, что, захват кристаллов опять? Попробуем захват кристаллов. Угу.
Все хорошо, идем. Так, надо делать как скромный, он стоит. Ну, давай. Кустики спрячемся. Подожди, немножко подождать. Ой, там его стреляют. Опа, 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 о, меня убили. Ага. Опа, кристальчик выпал. Девка какая-то забрала. Ух ты, вообще убивает быстро, махом, только в путь. Как у тебя настроение? Расскажи мне от игры. У меня печальное настроение. Почему? Неоднозначное. У меня не получается играть вообще. Мы ни одного кристалла еще пока не забрали. Я один брала кристалл, но тут же его потеряла. Как ты назовешь этот выпуск? Этот выпуск полный провал, вот так. Полная фиаско. Да, это фиаско, братан, вот так. А, это фиаско, да? Угу. А я думаю, знаешь, как назвать? А вот что значит драться с мощным. Что будет, если драться с... самыми мощными игроками? Да, когда у тебя герои не нулевого уровня. Да, бой окончен, опять нас скромно скажет, да ну вас нафиг. Дуда, так, что-то это, несерьезные. Ну, не говори. Да, скромный. Он явно разочарован. Скромный, напиши, пожалуйста, в комментарии под этим роликом, почему нас так быстро убивают. Почему ты нас не спас? Почему? Что мы делаем не так? Угу. Что еще? В Brawl Ball сыграем? Ой, Brawl Ball. Давай, попробуем. Я попробую с Шелли в Brawl Ball. Не знаю, получится ли. Хорошо, хорошо. Так, все, режим готовности у нас. Поиск игроков в Brawl Ball. Я в Brawl Ball, кстати, один играл, один. И даже выигрывал. Я брал такой. Даже мячик. Выигрывал. Да, даже выигрывал. А, Мишка какой-то нам мячик катит. И забивал. О, шарик, мячик, шарик. Это шарик или мячик? Я буду стоять на воротах, короче, и не давать его это. Давай. А как это, шарик или мячик? Как правильно? Мячик. О, блин, смотри, гадко. Давай. А, Гадина. Полезно. На тебе нафиг. Не успел, меня убили, к сожалению. О, скромно дувается за нас двоих. Я тут пустую. И давай этого попробую. У меня есть суперсила, кто подойдет, я их разбомбил. Давай. О, кого-то я ранил. О, есть. Блин, у меня это убил. Да, вот он. Я вела мячик, ты даже. Я его убила от нас. Давай, веди мячик. Подальше. Ах ты ж, девка какая-то у меня. Офига! На, получай! Где? Умер? Убил? Я его убил. Блин, ну я разнес полностью здесь все. На, гад, медведь. За мной медведь бежит. Нет. Убегаем. На тебе, на, гаденыш. А, убили меня. Ну ладно, убили. Эх. Ладненько, идем дальше. Так. Кто стреляет там из осады? Шелли, ты что ли? Все, убил ее. А, убил ее. Своим супром. Ах ты гад, на, получай, на. Блин. Так, ну, убили. Так, быстренько сейчас остановлюсь. Мне нравится, когда быстро восстанавливаешься. Да, интересно. А когда так долго ждешь. О, давай. Блин, а у меня еще патроны так долго перезаряжаются. Да иди нафиг, медведь. Воу-в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 оу
один. Скромный забивает гол! Да ну! Вау! Круто! Молодец, Скромный! Вообще, молодец, блин! Так, мы опять убили. Дополнительное время. Может быть, мы выиграем, а? О, что за бойня? Давай. А, опять убили, прикинь.
Я максимально стараюсь. А, ты нет, гад, не нет, 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 нет. Ай, нет, нет. Не пройдешь. О. А мячик пулями отбивается или только надо ногами? Не знаю. Че вы сюда все пришли на наши ворота? Ага, пришли такие. Всех вас. Вот, я повела мяч, я веду. Давай, давай, я сейчас на подмогу иду. Я иду на подмогу. Ромный, давай, уводи, уводи. О. Так, постою здесь на воротах. Есть! Ровный забивает гол! Молодец! Все супер! Кончен. Мы молодец. Победили! Мы победили! Да, мы победили! Ура! 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 Молодец! Он два гола! Молодец, скромный вообще! Мы бы так не смогли. Хотя да. Я тоже вела мяч два раза. И уводила от ворот. Клево. Плюс 8 у нас. Куда? Молодец! Звездный игрок! Круто, молодец! Что бы мы без него делали? Да. Так, давайте. Хорошо, хорошо. Скоро-скоро еще немножечко, и у меня будет 17, как оно называется, сундучков. Ой. Ну что, еще раз броулбол сыграем? Давай, еще разочек. Давай. Испытаем удачу. Давай. Я уже немножко, ой, куда-то нажала, уже немножко научилась. Научилась, да? Ну, поняла чуть-чуть. Ага. А куда скромный делся? Он еще ушел от нас. А, скромный хочет вступить в вашу команду. А, принять. А. Все, приняли. Наша команда, хорошо. Что, играем тогда еще раз броулбол? Ты должен, Максим, нажать. А, все, вы меня ждали, я понял. Хорошо. Я нажал. Все, я готов. Так, идем, идем, идем. Оп-оп-оп-оп-оп. Стреляем. Так, а ну, нифига, смотри, тут какие-то... Смотри, какой-то этот самый... Нарс. Вот это там какой-то чувак какой-то маленький такой, не знаю. Он забил нам гол, гад. Да, что здесь происходит, офигеть. Вот, я. На, гадина, на. Вот, смотри, там какой-то этот. Орел, слушай, орел, короче. Ай! Что-то как-то странно. Ну, вот у них, это, видишь, орел какой-то у них там. Главарь такой у них забил. А хотя этот маленький. Нарс, Торпик какой-то, фиг знает, короче, он забил гол. Шо, играть снова? Да, вы вышли, да? В брайлбол играем, да? Ну да. Давай, нам понравилось, да, брайлбол? Ну так, когда выигрываем. О, скромный взял другого игрока. Молодец, о, нормально. Хорошо. Сейчас попробую. Можешь мне тоже это Шелли поменять на другую какую-нибудь? Не знаю. Ну, у меня, видишь, игрок... У меня-то этих мало. Всяких. Тебе нравится Шелли, да? Шелли, ну, играть. Самая первая, которая у меня была, да? Неплохо. Но я уже и другими играю, они тоже нормально уже стараюсь. А, это скромный. Точно. Тьфу, я забираю мячик, это скромный. Синеньким подсвечивается, это значит, наш. Немножко другой стал же. Ага. Так. Ой, сейчас всех разнесу, у меня супра. СССР, ах ты, СССР. О, скромный, молодец, он прям как этот, появился там, как Робин Гуд со стрелой. Да? И не дал забить, да, это было вообще эпично. Так, а где я там? Вот она. Тю, пока спала тут. Так, я тоже, да-да-да. СССР какой-то, это, крутой. СССР? Ну, вот Нита играет. Сила 6 у него. Интересно, блин. Давай я тоже возьму, слушай. А ну-ка. Я тоже Ниту возьму, слушай, да. Я буду вызывать этого медведя. Все, я готов. Брол-бол играем. Mm-hmm. Нитой. Я буду вызывать медведя. Пусть дерутся с моим медведем. Так, а мы ждем скромного. А, вот он берет другого персонажа. Угу. Mm-hmm. Хорошо. Все, в бой. Так. Что там за вертушка, господи? Тихо, тихо, тихо. Моего медвежонка не... Прям какая-то сразу мощная штука. Ну. Тихо, меня убили, гады. Стреляй в них. Кто забьет нам гол. Да, ё-моё. Надо, короче, выходить куда-то подальше.
На тебе. О, они еще бомбочки пускают. Ё-моё. Так, да, это какие-то вообще, я не знаю, откуда они взялись такие. Ага, у них столько бомбочек. Откуда вы взялись, да? Ой. Опять да, все. Проиграли. Опять проиграли? Ну, проиграли. Ну ничего страшного. Блин, у нас эти забирают. Как жетон эти, нас забирают кубки из-за этого. Давай попробуем захват кристаллов. Готово. Попробуем захват кристаллов сыграть. Еще разочек и будем заканчивать сегодняшнюю серию. Давай. Так, ну что, ждем скромного. Так, все, он ждет, чтобы я поменял этого самого. Он мне говорит, чтобы я поменял это Шелли. Ладно. Ну я буду этим своим. Ага. Хорошо. Ну что ж. Идем. Так, у меня пустики. Получается Шелли. Ой. Давай этого сейчас я попробую. Да, слишком они какие-то. А у него даже этого Була даже не взял этот самый мой супер. Да. Но у меня, кстати, Бул тоже, я его открою. Открою сегодня-завтра, я его открою. Меня... А это что за бомба такая поскакала? Вот этого хочу умять. На. О, я один кристаллик случайно взял. Ха-ха-ха. Я буду здесь стоять. У меня есть один кристаллик, но это мало. Сейчас. Меня убьют, у меня не будет кристаллика. О, давай. Блин, жалко, что так мало этих. Давай, скажу. Сейчас лечусь. Так, да, Була не берут даже эти. Супер, да? Угу. Так, мне надо немножко... Ах ты! Давай, гад, давай. Убил я его. Убил я Була все-таки. Это было тяжело. Так, а ну-ка. Вот эту надо Шелли убить. У нее 4 кристалла. А, я кристаллик один взяла. Ля-ля. Так, хорошо. Так. В смысле, этот Бул забрал, гад. Кристаллы. А если здесь посидеть? Где? Вот сзади тебя был кристалл. О, скромный взял, все, молодец. У нас 5 кристаллов, у нас мало кристаллов. Алло, бой окончен, ё-моё. У них больше было кристаллов. Ну, ничего страшного. Мы зато получили опыт, а опыт не пропьешь. Да, ну что ж. Будем заканчивать тогда серию, да, сегодня? Да, давайте на сегодня закончим пока что. Хорошо, поиграли. Пока всем, ребятки. Пока всем. Наконец-то мы поиграли с всей командой, которую мы так ждали. Сколько дней, да? Можно будет еще поиграть втроем. Завтра, например, да? Да, давайте завтра поиграем. Все, давайте завтра поиграем. Тогда до новых встреч. Всем пока-пока. Пока, Дуда. Пока, скромный. Пока, ребята. Пока-пока.